В прошлом году были подготовлены две схемы размещения рекламы. Первая – для малых форм, это афиши. Конкурс уже прошел, рекламные конструкции установлены, 71 демонтирована. По крупным рекламным площадям конкурс еще идет. Те рекламные площадки, которые не вошли в новую схему размещения, потому как морально устарели либо портят облик города, должны быть демонтированы. Всего таких 267. Срезать осталось еще 90 – это задача самих предпринимателей. Но не все активно включились в работу. У нас есть такая фирма, как «Эталон чистоты», которая представляет Санкт-Петербург. Вот. Они срезали рекламных конструкций, но очень мало, всего 12 единиц. Вот. Около 50 еще должны демонтировать. У нас есть фирма «ПрайМС», около 26 единиц, которые должны быть демонтированы и сейчас мешают, в принципе, городу. Документы по таким предпринимателям передают в полицию. Бизнесменам за бездействие грозит до 1 000 000 рублей штрафов. Таковы требования федерального закона о рекламе. Ну а в случае, если рекламные щиты придется демонтировать сторонним организациям, владельцам конструкции придется оплатить и эту работу. Добавлю, что в Сочи изменилась концепция размещения рекламы. На смену баннерам и растяжкам приходят медиафасады и медиаэкраны. Они, в отличие от нынешних конструкций, украшают город и днем, и ночью.